Так, а что сегодня на обед? У меня сегодня на обед фаршированный перец, и у меня вот такой фаршированный помидор. Я туда кладу такие ингредиенты. Я уже как-то показывала, как я фарширую. Очень быстренько фаршируется, без проблем. А ингредиенты такие вот. Значит, рейхан, но ну, мы его базилик называем, да, но не зеленый, а фиолетовый, это рейхан. Дальше укроп, петрушка, можно кинзу, чесночок и или сметанка, или майонез. Что у вас есть? Посолили этот фарш и положили вовнутрь помидора. А внутренность помидора убираем. И я когда делаю, например, фаршированный перец, я внутренности помидора поливаю. Делаю вместе бульон с этим. Вот так вот. Все, всем приятного аппетита!